Всем привет, друзья. Вторник, Махмуд Ларчик. Время без 15:04. Блин, по-моему, я там вышел, что-то на кассе. 77, пляж 77. На минуту включился, чтобы рассказать вам о погоде. На море сейчас, к сожалению, некогда. Так вот, переход надо мне двигать сюда. Значит, по всем сегодня прогнозам сейчас идут дожди. Причем даже метеорологи Анталии, Алании за день били тревогу и предупреждали, что будет сильные ливни, чтобы все были готовы. Вот. Так что не верьте метеорологам. Нам повезло сегодня, и никакого дождя нету. И целый день жара, на солнце даже сейчас за 30, причем далеко за 30. Очень такая погода. Так, а что это за отель у нас? Его переделали, я его не узнаю, что ли, или я не знаю этого отеля. Что это за отель? Странно. Вот, так что дождя нет. На солнце просто невозможно, друзья. Тут не за 30, тут ближе к 40 на солнце сейчас. Так что всех поздравляю с тем, что нет дождя. Все, побежал я на базарчик. Махмуд Ларчики давно уже не было. Вау, не могу просто идти по солнцу. Это жесть. Надеюсь, что вода за ближайшие несколько дней вода максимально нагреется, потому что ну, реально это очень-очень. О, так я правильно вышел, как раз на атом. Вот чисто по чутью, где все люди выходили как бы на рынок, я не вышел, потому что знал, что мне на вещевую это правее к Метину сначала. И я вышел по своему чутью, а никогда, в принципе, когда еду на рынок, никогда не знаю, где мне выходить. Короче, 77 пляж там. Все, видео с рынка будут. Махмуд Лар, вторник. В бассейнах люди есть, в комплексах. Окей, давайте дойдем до Метина, так уж и быть, уговорили вы меня. Это слышу, как кто-то попросил, давай чуть еще пройдем. Фух. Ой, в тени как хорошо сразу. Я переживал, что может быть в Алании дождя нет, а есть Махмуд Лари. Ну? Махмуд Лари, по-моему, сейчас еще жарче, чем в Алании, что-то мне так кажется. Ларская, боже, сколько у тебя еды тут. Все включено, молодцы. Полные баночки. Так. Здесь я никак не... О, я елку вижу новогоднюю. Очень интересно, кстати. Давно елок не видел. Не влево или вправо, сейчас узнаю. Блин. Иду наугад. Елка стоит, реально. Классно. Классно, наверное. Смотрите, елка. Вон она, елка. Новогодняя, украшенная. С Новым годом, друзья. Он наступил, и вместе с ним наступил летний сезон, конечно же, вы приехали на море. Надеюсь, я правильно иду, чтобы сразу к Метину выйти. Фух, на солнце жесть. Просто жесть. Пингвин, ветеринар, клиник. Фух. Да, наверное, я правильно иду. Это 535, 324, 5696.
хочется микроавтобус взять, Донрес ездить, 7 мест. На Херсончик едем. Херсончик, привет. Так, да, вроде бы точно я вышел. Вот видите как, я не знал, где выйти, ни в автобус, ни на автобусе, ни здесь, куда идти, вправо или влево, но я всегда доверяю своему внутреннему голосу. И он меня вывел прям к Метину, как раз на магазин «Шок». В тени градусов 28 где-то сейчас, а на солнце, друзья, просто... Лето, июнь месяц на солнце. Было так без духоты все лето. Можно было днем ходить в июле или в августе, если бы не было духоты общей. Она будет, к сожалению. Цветы какие шикарные. Красота какая. Метина, протончик. Видите, вот оно все от дождей, которые прошли, смыли пыль, и вот, вот оно. Вот этим всем вы, друзья, дышали, кто до сих пор не верит, не замечает пыль, рассказывает про испарение моря и так далее. Сейчас Украину накроет через несколько дней. Не дай бог снова здесь будет. Сейчас ее пока нету, видите, пыль. То есть небо синее, практически красивое. Так, вот у нас Метина. Ох, папа, сегодня есть Метина. Не видел еще в этом сезоне. Раба. Привет, Трумка. Добро пожаловать. Спасибо. И вы в первый раз вижу, да, тоже в этом сезоне. Так, сейчас Метина освободится, мы сделаем. Привет, моя красавица. Привет. Ух, ищем их по обезьянкам, друзья, и по Big Sale. Такая желтая вывеска. Все, мы пришли. Мы пришли. Ой, у них тут прохладненько так, тенечки. Çünkü böyle olmasa bu, bunun bir anlamı yok yani. Bu sarı bir kişi, bu olmazsa bir anlamı yok. Afiyet olsun. Вот. Вот это вот, когда уже небо стало синим, но на следующий день я еще ходил и дышал пылью, потому что ее прибило вниз, и она еще была. Я еще кашлял даже когда... Видите, что творится? Вот такие вот все машины такие. Я еще вчера хотел видео об этом сделать. Вот оно все то, что вы не видите. Те, кто рассказывает, что никакой пыли нет, что ты выдумываешь. Все, друзья. Я вас довел, провел немножко по Махмутларчику. Мира, добра, позитива. Все, мы с Метином сейчас будем делать видео.